сейчас я показываю поля более поздней посадки, и поэтому обильное цветение гортензии. Конечно, они цветут гораздо раньше, но сейчас мы видим обильное цветение гортензии. Эти гортензии будут выкапываться в этом году, поздней осенью. Это селекшн. Посмотрите, какой красивый сорт. Он немного похож, конечно, на лаймлайт. И часто говорят, чем же они отличаются. Вот посмотрите, селекшн уже окрашивается немного в розовый цвет. Видите, в розовый цвет уходит. То есть тоже компактный, высокий, красивый сорт с крупными соцветиями. У лаймлайта соцветия немного мельче.